Участие Ларисы Долиной в неделе моды вызвало множество споров и пересудов в сети. Некоторые пользователи неодобрительно отнеслись к ее наряду, утверждая, что в 68 лет такие смелые эксперименты неуместны и даже нелепы. Особенно возмутились патриоты России из-за цветовой гаммы накидки, которая, по их мнению, оскорбляет российский флаг. Однако, Лариса Александровна не соглашается с критикой и готова отстаивать свои взгляды на стиль. Артистка считает, что мода не знает возрастных ограничений и каждый имеет право на собственное выражение через одежду. Народная артистка России уверена, что красота и стиль могут сопровождать нас на протяжении всей жизни. «Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и вы мы рискнули. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее, это произошло и я, как обычно, ни о чем не жалею». И это чистая правда, ответила певица. Несмотря на возмущение некоторых пользователей, Лариса Долина не собирается изменять взгляды и продолжает отстаивать индивидуальность. Ее смелость и уверенность в себе неизменно вызывают различные реакции, но нельзя не признать, что она остается верна собственному стилю и продолжает вдохновлять многих неповторимостью. Ранее сообщалось, что Лариса Долина брала с собой медиков на концерт, чтобы те следили за ее состоянием.